Перечень свободных площадей для бизнеса в Башкортостане внесли 578 объектов недвижимости. Документ охватывает нежилые помещения по всей республике. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства земельных и имущественных отношений на инвестиционном портале. Также Минземимущество ведет работу по формированию перечня госимущества, свободного от прав третьих лиц. Его будут передавать во владение или на длительное пользование малому и среднему бизнесу. На сегодняшний день в нем числятся 53 объекта недвижимости и 6 земельных участков, расположенных в Уфе, Сибае, Белорецке, Октябрьском, а также в Аскинском, Альшеевском, Аургазинском, Благовещенском, Туймазинском и других районах. Вскоре они появятся на инвестиционной карте региона.